Доброе утро. Мое утро сегодня начинается с маски. Очень крутая. Я вам про нее уже рассказывала. Значит, она подтягивает, сокращает морщины, оказывает омолаживающее действие и улучшает эластичность кожи. В общем, сейчас наступают холода, и кожицу нам нужно нашу увлажнять максимально. Ой. Поскольку сегодня у меня много съемок, и вообще каждый день много съемок, у меня очень кожица устает. Поэтому я утром начинаю с маски, потом стакан воды и зарядка. Сидят. Одна такая сидит, вторая такая сидит. Шикарный букет, аромат на всю квартиру. Куда я приехала? О, скандал, интриги, расследования. Вот эти люди. Привет. Привет. Вы не представляете, что сейчас будет происходить. У меня на голове просто адский ад после того, что на ней было. Бедное мое личико тоже, конечно, надо сегодня его поувлажнять. Я еще не читала ваши комментарии, так что заходите под на мой последний пост и выкладывайте свои. Впереди камера на полосу. Как приятно ездить за рулем под свой голос. Впереди камера на полосу. Кстати, в Яндекс.Навигаторе можете установить приложение с моим голосом. И пробки и дороги будут в кайф. Заходите под мой последний пост. Ну за что? Впереди дорожная работа. В правом ряду. Заходите под мой последний пост и пишите ваше мнение по поводу того, образ кого я примерила на себя на этот раз. Правильный ответ от лайку по полной. Личко мое бедненькое. Какая красота. Прям навстречу на закату еду. Куда все едут? 5 часов. Такие пробки просто. А у кого сегодня пятница развратница, скажите мне, пожалуйста. Кто из моих подписчиков идет гулять? Давайте я опрос устрою. Отдыхаете сегодня? Гуляете, да или нет? Я вот на работу еду. Судя по пробкам, буду ехать долго. Я еще верю в то чувство, которое во мне. Верю в то чувство, которое во мне. Ты не смотри, там все прикрыто. Видишь, остаться. Как хорошо, что дом у меня находится по пути на работу, потому что 2 часа стоять в пробках. Сейчас хоть заехала немножко. Немножко к своим собакам. Сейчас поеду на работу. Мой директ наполнен сообщениями с утра, откуда такой крутой костюм. Делюсь просто своей нычкой, находкой.
Я уже на гастроли как-то ездила в похожем, только в другом цвете, и заказала у Ильи еще несколько вариаций. Очень удобно, очень крутой, очень стильный. Илья, спасибо тебе огромное за то, что ты делаешь для нас и для парней, и для девчонок такие крутые спортивные костюмы. Кидаю вам ссылочку, потому что у меня просто обрывается директ. Где костюм? Где костюм взяла? Вот, кидаю ссылку. Илья Джайер, дизайнер. Самый случай, когда в спортивном костюме ты выглядишь тоже офигенно. Так, ну у кого там пятница-развратница, а у меня работа. Иду на лобную. Всем хорошего вечера. Ну что, мои хорошие, 11:30 я закончила только работать. И еду домой отдыхать, потому что завтра у меня съемки и 2 концерта. Я напоминаю всем, что завтра выступаю я в Кремле на день рождения телеканала Муз-ТВ. Ну, вы все об этом знаете. А ночью у меня будет выступление в центральной станции. Так что жду всех моих людей. Спасибо, жара. Как мне нравится этот трек. Просто что-то нереально. Кто меня встречает? Мои собаки. Все. Дайте раздеться маме. Мои сладкие.